Голую Бузову назвали бомбой. Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова показала в своем микроблоге долгожданное видео на композицию «Хит-парад». В новом клипе девушка предстает полностью обнаженной. Ольга Бузова анонсировала премьеру своего клипа на песню с ее альбома «Под звуки поцелуя». На своей страничке в Instagram она охарактеризовала свое новое творение как песню сильной и уверенной в себе девушки, которая согласна только на самое лучшее, потому что она этого достойна. Зачастую некоторым мужчинам оказывается не под силу быть с нами, но лично я хочу верить, что в этом мире есть те самые мужчины, которые смогут сделать счастливыми нас с вами, мои принцессы, не ставя нам бредовых усилий, а любя нас всем сердцем, просто потому, что мы у них есть. А пока я говорю им всем, что ты не попал, прокомментировала Ольга свой пост. По сюжету ролика сначала героиня позирует в райских кущах в белом подвенечном платье, которое не смог с нее сорвать ее спутник и запутался в нем. Вскоре певица предстает на экране полностью обнаженной, все же избавившись от наряда.